Я хотел бы поговорить о том, что действительно делает меня, создает меня. Это мои дети. Позвольте вас пригласить. Как вас зовут? Светлана. Аплодисменты за смелость Светлане. Да-да-да, конечно. Светлана, я расскажу вам в первую очередь. Я отец дочерей. Что это такое? И у меня было много разных стадий. И сначала первая стадия, которая была, это я не отец. В принципе, я не отец, у меня нет дочерей. Потом я вдруг стал обладателем какого-то маленького сморщенного существа. И я, знаете, что сумел сделать? Я теперь умею делать так. Еще я умею делать так. Я как здоровый мужик, нормальный. Я для себя открыл, что я делаю ку-ку. А после этого, знаете, когда из соседней комнаты вдруг слышится тонюсенький голосочек, так «папа!» И этот голосок, он вообще громче, чем любые трубы пароходов. Он гораздо гармоничнее, чем все симфонические оркестры мира. Я папа. А после этого, знаете, так вот, зайка, рыбонька, киска, солнышко, малыш. Вот вся вот эта вот пошлятина, она становится вдруг объемной, глубокой. Я вдруг стою перед маленькой девочкой и говорю ей: ты мое солнышко. И слово-то, оно с энергией атомного взрыва. Понимаете? Вот. Я со своими сбитыми руками, со сломанным носом, я нежная зефирка. Вот, да. А после этого я первооткрыватель. Я вдруг обнаружил, что женщины изначально другие. Скажите мне, вы откуда вообще такие взялись? Откуда вы вообще появились? Я не знаю. И после этого я влюбляюсь. Я становлюсь влюбленным. Я просыпаюсь с утра, и я прыгаю. Я хохочу, я говорю: у-ху-ху, я-ха-ха. Я вот как нормальный мужик, я начинаю прыгать, продолжаю танцевать. Мне нравится с вами танцевать. И знаете, я очень боюсь. Я так никогда в жизни не боялся. В общем, я живой становлюсь. Я становлюсь живой. А после этого я начинаю творить. Я становлюсь творцом. Я наполняю. Я поддерживаю, я настраиваю, я сопереживаю, сочувствую. Будет время, я буду гордиться. Потом будет время, знаете, я буду ненавидеть. Я буду не понимать, ну как, но ведь в мое время это было совсем по-другому. Вот это вот будет все. И потом, понимаете, мне нужно будет вот сделать, вот мне просто нужно сказать будет. Спасибо. Какое дело? Ты молча без я... Мне нужно будет сказать вот так, ну там, ты звони как-нибудь, а я так отцом и остаюсь. В этом жертва моя и мое созидание в том, что я создаю и отдаю.